Дом. Да что же с вами такое? Вы больные! Больные! Господи! Привет. Что случилось? Чёртовы детки. Как ты? Они тебе ничего не сделали? Они уничтожили мой дом. На общественном пляже никогда не будет безопасно. Тебе надо обратиться в приют. На той неделе... Приходил парень из вашей организации. Сказал, ты взял выходной на день рождения. Это так? Да. С днем рождения. Спасибо. Он не похож на остальные. Ему не место на этом пляже. Возможно, его принесло из другой страны. С другого континента. Песок разрушает его и истончает. Интересно, каким ты был раньше? Прошу, отправляйся в приют. Там ты будешь в безопасности. Серьезно? Ты мне обещаешь? Знаешь, ведь я не могу. Твоя палатка испорчена. Тебе больше некуда пойти. Ты здесь уже давно. 41 неделю. По крайней мере, ровно столько времени я навещаю тебя здесь. Говоришь, такому камню не место на этом пляже, так ведь и ты не должна быть тут. Мне не нужны твои деньги. Это на такси. Поезжай по этому адресу. Там ты сможешь остаться. Я хочу помочь тебе, Рут. Но не смогу, если ты не позволишь. Так что тебе решать. Ладно. Дьявол. Это здесь?
Рут? Простите. Это все твое. Перевод Елена Антонова. Переведено студией «Британское кино и сериалы». Специально для Short Films. Озвучено релиз-группой AdVox Film. Роли озвучивали Мария Субботник и Юрий Сиадир Орлов.